Всем привет! В данном видео я хочу сделать обзор двух наших инкубаторов, которые мы сами изготавливаем. Вот они стоят. Инкубаторы мы делаем из холодильных шкафов со стеклянной дверью. Давайте начнем с первого инкубатора. Данный вот инкубатор рассчитан на 750 куриных яиц. У него 9 лотков переворота. Включение происходит кнопочкой. Стоит современный контроллер, у которого, в принципе, все функции на данный момент, которые используются в инкубаторах. С поддержанием температуры, влажности, переворот по заданному времени по-любому, проветривание по времени, проветривание по превышению температуры и проветривание по превышению влажности. Весь автоматический переворот также можно вот этими стрелочками делать ручной переворот. Если требуется заложить яйцо, либо просветить. Корзина переворота собрана из алюминиевого профиля. Ящики используются, пластиковые ящики. Высота борта 7 сантиметров. Очень удобно закладывать яйцо. Вот я вытащил ящики, чтобы было видно. Сюда эта корзина переворота. Стоит основной вентилятор, который втягивает воздух. За этой стенкой находятся греющие кабеля. Мы используем углеродистый шнур. То есть воздух проходит по задней стенке, нагревается и выходит снизу. И, соответственно, так по кругу происходит циркуляция воздуха. Переворот осуществляется мотором переворота. Это стоит датчик температуры, датчик влажности. За проветривание отвечают вентиляторы. То есть он высасывает воздух, а снизу находится обратный клапан, который не дает воздуху подсасываться. На влажность стоит вентилятор. Вентилятор этот на 12 вольт. В целях безопасности, чтобы предотвратить поражение током. И второй инкубатор, он маленько отличается, то есть такой же корпус использован, но у него 6 лотков переворота и снизу дополнительно поставлены 2 лотка с высоким бортом, 2 выводных лотка, я их называю. То есть для тех, у кого нету выводного шкафа, чтобы разгрузить на выводе корзину, используются вот эти ящики. Плюс, возможно, отдельная комплектация, заменить вот эти под яйцо 7 см ящики на... Заместо них на вывод ставить вот такие большие. Этот инкубатор получился на 500 яиц. Всем спасибо.